Мир всем. Друзья, сегодня я хотел поделиться одной очень интересной бизнес-идеей, которая называется Chicken Spa. Значит, откуда мне пришла в голову такая идея? Где-то далеко, в далекой молодости, однажды мне, а точнее нам, с супругой, посчастливилось побывать в Таиланде. Вот. И у них там есть такое оздоровительное мероприятие. Называется Fish Spa. Ну, как это выглядит? Значит, ты приходишь туда, моешь ноги, или тебе моют, не помню. У них там бассейн с рыбками, с маленькими. Садишься, ноги туда опускаешь, и эти рыбки начинают как бы массажировать твои ноги, что ли, как бы обгладывать. Вот. И происходит такой своеобразный массаж. Обгорело. Сам на ногах. Так, ну что, можно залазить, да? Как бы рыбок-то не подавить. Ну, что-то эффекта-то никакого. Значит, у меня такая же идея, но только сибирским характером. Называется она Chicken Spa. Что для этого нужно? Наверное, вот такой ковшик с водой. Для чего? Для того, чтобы пока снег еще как бы морозный, он еще не слишком мягкий, он мало липнет. Вот чтобы он больше лип, значит, для этого нужно одеть сапоги клиенту, да? То есть полив воды для того, чтобы больше налипло снегом. И вообще, пока живешь здесь на земле, в деревне, ну не просто пока, приходят иногда бизнес-идеи. Вот. Ну вот, собственно, немножечко тут снега нахватали. Идем. Значит, покажу, в чем вся суть этой идеи. Итак, мы сейчас заходим в курятник. То есть для этой идеи обязательно нужны куры. У нас они есть. Поэтому нам реализовать эту идею очень просто. Снега немного. Одеваем сапоги. Сапоги материал Эва. Я думаю, это нормально. Потому что тонкие сапоги, может быть сильно чувствительно. Толстые вообще ничего не почувствуешь. А это самый раз. Итак, проходим. Спокойно. Тут у нас уже заготовлено кресло. Мы садимся потихонечку. И вот что тут происходит. Куры начинают клевать мои ноги. Происходит такой своеобразный массаж. Надо успокоиться, закрыть глаза. Массаж этот происходит, значит, на ногах. Кровь в ногах начинает разгоняться, и ноги начинают быстрее двигаться, ты начинаешь больше делать, бегать. То есть это полезные свойства этого мероприятия. Итак, дорогие друзья, этот массаж очень полезный, успокаивает, поэтому всем желаю успехов, если вдруг кто решится осуществить эту бизнес-идею, и до новых встреч в новом видео. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.